Участник городских и международных конкурсов и фестивалей вновь выступает на родной сцене университета. В этом году у хора «Примавера» под руководством Алексея Просикова насыщенная жизнь. Выступления и гастроли в других городах, обновление состава и репертуара. Каждый год мы обновляем репертуар. И это еще одна возможность обкатать его перед какими-то конкурсами, показать те песни, которые мы выучили, те песни, с которыми мы съездили на какие-то фестивали, конкурсы. На открытии концерта выступил проректор по учебной работе Андрей Шмидт. Он отметил, что академический хор стал визитной карточкой не только нашего университета, но и всего города. И неудивительно, что концерт посетили слушатели даже из других вузов. Подруга нашей семьи пригласила на такой замечательный вечер. Хотели немножко оккультуриться. На концерте было большое, очень большое разнообразие жанров, то есть от мелодичных и до живых и энергичных мелодий, что это очень хорошо и интересно. Во время концерта зрителям были представлены песни в исполнении полного состава хора, женского коллектива и сольное выступление. Сегодня академический смешанный хор «Примавера» объединяет более 50 студентов и выпускников ЮРГУ.